Всем привет! С вами канал Стофити, и я, ваш любимый Санечка. Сегодня у нас 5 июня, и мы выехали на рыбалку. Да, у нас еще лета нету, мы еще ловим на льду. Сегодня у нас ветер северный, 4-5 метров в секунду. Можно сказать, тепло, где-то градуса 4, наверное, 5 тепла всего лишь. Вот. Находимся мы на озере Харитоновка, которое находится недалеко от города. Лед подняло, забереги. Там, где мы рыбачили, было 3 метра, сейчас уже 6 метров глубина под нами. Ловим мы сегодня на червя и на тесто. Сегодня мы рыбачим с Калюней, с его сыном Саней. Вон они вдалеке находятся. Я отошел немножечко в сторону, узнать, здесь как клюет или нет. Ну, смотрю, одинаково, что я ловлю, что они ловят. Надоело мне там сидеть, пошел к ребятам. Вот они, рядышком. И наловили уже, вот сколько, смотрите. О, смотрю, язек есть, сорожки валяются. Язь такой неплохой, но это я поймал, сразу говорю. Да, 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 начинается. Это я поймал. Я. Нет. А кто, Саня, кто поймал? Вот скажи. Я. Мне. Нет. Слышал, папа сказал, головка от пульверизатора. Вот. Так что, вот это вот такой сделаем. Во. Это я поймал. Во. Вот. У них здесь слабенько клюет, слабее, чем у меня там. Ко мне не захотели они. Не верьте ему, все, он врет. О, видите, как сразу мне врет. К нам еще рыбаки присоединяются. Бабка, вон они. Тоже качает лодочку, сейчас будет переправляться. Ой, у нас забереги охрененные. Вон, смотрите. Это июня, у нас только еще забереги. Ну, а что? А что еще говорить-то, если оно правда? Вот озеро Харитоновка наша какая. Вон водичка. Уже открытая. Скоро лед сойдет. И мы начнем окуней гонять, щучку, побыстрее бы уже, как уже надоело, эта погода такая. Ну что ж, на этом мы заканчиваем нашу рыбалку. Наловили вот столько вот рыбы. Рыбаки все равно еще сбегаются к нам. Ну а мы уже собираемся и будем идти домой. Нам еще переплывать еще. Время уже 7 часов вечера. 8 уже. Поэтому все. На этом заканчиваем. Домой. Спасибо этому озеру. Наловили хорошие рыбки. Главное, рыбака.